все простые демократические выплевать на них. Вы считаете, что вы группа привилегированных представителей? Руку отпустил! Я сказал! Не предъявили мне никакого требования, никакого основания, вы меня задержите. Не даете выступить людям, мы просто проголосуем, да. Все, кто против, кто воздержался? Принято единогласно, вам отказано, вы свои возможности, шансы не использовали. Вы не выступили здесь с аргументами. Вы выступили здесь безобразные. Чтобы они видели все это процедуры демократические, вы плюете на них, вы считаете, что вы группа привилегированных представителей. Да когда бы мы на них плюнули, если их нет, которая Александровна? Особая каста, требует для себя привилегированных прав. И в постоянных объяснениях избирателям о том, что, да, каким образом сейчас воруют выборы в Москве, мы доказали многократно, что мы собрали эти подписи честно и законно. Я прошу передать. Элла Александровна, вы их не видели? Значит, они были, Любовь Эдуардовна, к жалобе. Вы же разрешили? Вы их не видели. Вы пренебрегли, и вы не знаете процедуру. Я услышала ваш вопрос. Судя по тому, что вы сказали, вы полное невеже. Я удивляюсь, что вы закончили с красным дипломом. Вы говорящая глава администрации президента, мэра Собянина, который борется нас, настоящих москвичей, которые готовы отстаивать свои права. Thank you.